Да. В каком-то смысле, может быть, стоило Тинкеру Аегис отдать и попробовать попушить Тинкером. Ой-ой, тролля нашли, но вот... Нет, сейчас хорошо, что у тролля все-таки Аегис, там слишком много персонажей. Макикинг, Вукон, Гибройл. Нормально, тролль будет драться, тролль будет сражаться. Асса уже он забил, неплохо. Получается, верно его спасать, кабель заплывает. Не убивать тролля! Тинкер на телепорте прилетел на Шрайн. Опа, ракета полетела в Бена, еще одна. Лазер, там спительный инвиз, но Магнус дает РП, подвозит нас Кювере, хорошо, прям под тары подвижен убили, развалили. Вот это хорошо, ну, Десама молодец, играл как надо. РП слишком хорош был в этом эпизоде, чтобы его не давать. Да, ты герой последних событий. И мы наблюдаем Кристал Мэйден, которую сейчас просто развалят. Нет, не развалят. Ага, так, опа, посохом, прыжочек, пары залетели, уходит на дерево Monkey King и может прыгнуть с дерева, да, ракета там по ТМке, боль, поджигает Monkey King, спустился он вниз, но оглушен, конечно, на торренте стоит, его агрят, но тут же, ой-ой-ой, Магнус просто увозит назад Акса, хорошо получилось, тем временем откатился там Шоквейв про Аксу, прошло немножко по Аксу, тут прыгает Виверн.